have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, нам опять недоступна новая игра, уж не знаю почему, можно только продолжить. Мы сейчас находимся в какой-то, грубо говоря, третьей стадии. У меня немножечко возникает сомнение, ну то есть, я просто, вот оно определенный раз просто повторяется и... Снайпер-бот, бронебот... Богомол, ну все тоже, в принципе. Хочешь стать? Ну уж нет, нам еще о запредельности думать. Раньше странники спокойно бродили по Ботопии. Я не посмотрел, что... Блин, ладно. Что, не ожидал увидеть 5 дорожек? А, их тут 5, я только сейчас заметил. Лешему такое не под силу. Так, у меня энергия. На энергию я могу поставить пустой резервуар. Ты будешь ходить шахтером, он один раз ударит, а потом переместится сюда. Но потом я смогу поставить энергобота. Давай тогда вот так. На одну энергию и все. А, не спешу, сначала возьми карту. Хорошо. Есть еще один пустой резервуар. Есть энергобот. Есть снайпер. А, я не могу. Давай тогда еще одну вот эту поставлю. Но меня на один ударил, да, пока что нормально. А, есть 4. Давай я снайпер-бота поставлю. И поставлю еще пустой резервуар. Так. На пулеметчика нужно... Мне не хватает. Ну, давай я оставлю сюда этого чувака. Пока что. Поставлю пулеметчика и... Вот этого нужно грохнуть. Отлично. Ну, потихонечку выравниваемся. Только пустые резервуары лезут, да? Или я не с той колоды беру? Вроде как победили. Ну что ж, лучшая защита от этих ботов – другие боты. Ты можешь зажечь искру, которая перезапустит старых ботов. Добавь их в свою колоду. Они будут сражаться за тебя. Двойной пулеметчик, будильник бот. Я не ту кнопку нажал! Я хотел посмотреть, что он делает, скотина. Ты должен найти больше ботов в окрестностях. Если, конечно, хочешь начать великую запредельность. Перезаряжает твою энергию на один ход. Хорошая вещь. Спасибо, забираю. Если ты умна, то не станешь трястись над каждой батарейкой. Используй предметы почаще, они становятся на контрольной точке. Ну, пойдем на еще один файт. Дай хоть посмотрю, что будильник делает. Карта с этим символом дарит существу напротив одну единицу силы. Существу напротив! Существо напротив.
сломанный бот. Когда карта с этим символом погибает, существа напротив и соратники получают по 10 единиц. 10 единиц! И тише, пассатижи. И, короче, его нельзя убивать. Да, давай карту. Пусть... Не, стой. Будильник. Сломанный бот. Мне нечем драться пока что. Что мне, 4 энергии? Так, энергобот. А, точно, возьми карту. Я живу, убью при этом, да? В смысле? Подожди, я же не увы... Чё, блин? Это мои карты, это пустые, я понял. Хорошо, двойной пулеметчик. Давай вот так. И давай вот так. Я проигрываю. Отлично. Снайп... Так, хорошо. Давай. Я сдаюсь. Давай забудем об этом. Не-не-не, подожди. Подожди, дружище. А ты... Ты что вообще... Ну вот, я еще две монетки получил. Видишь, если бы ты просто сдался, я бы деньги не получил, так что... Иди лесом. Аморфность, когда он достает карту с этим символом, этот символ заменяется на случайный, я понял. Собака, пулеметчик. Блин, оно все дорого стоит, давай я возьму амебота. Амебот, амебот. Эндисферусы, сделай их сильнее. Модифицируй. Выбери карту из своей колоды. Кого же я хочу модифицировать? На самом деле снайпер-бота модифицировал бы, потому что он красавчик. Давай посмотрим. А, вонючка, кажется, не снимал, существует на... Ой, блин, это, кстати, хорошо. Вонючку хочу. Я не... Он просто вышел, да? Я не выбрал. Это будет снайпер-вонючка. Снайпер-вонючка звучит офигенно. Да, прям... Да, я сюда пришел, хорошо. Давай сюда. Ты почти дошла до контрольной точки. Постарайся не облажаться! То есть еще одна драка будет перед контрольной точкой. Мост, понятно. Не, мы амебота закинули. Будильник. О, он даст мне сейчас, типа... Так, ограждение моста у него 6. А его можно бить. О, мост можно сломать. Это можно на следующий ход поставить, хорошо. Он ему дал один урон. И тут же забрал. И он будет толкать. Ну, хорошо. Иди нафиг. Бронебот. С этим символом получает свой первый урон. Он не засчитывается. Супер. Я бы снайпер-бота поставил, да.
Снайпер-бот вонючка. Классно. Звучит. Так. Да, карту. Давай бронебота сюда. Блин, там что-то вылезло. Ну, чувак не успел походить, хорошо. Чтоб там не вылезло, чувак не успел подходить. Ты добралась до первой контрольной точки. Круто. Боты, которых ты сломал в этой зоне, не оживут. Если и когда ты погибнешь, тебя вернут в эту точку. Система здесь утонченная. Просто деньги на дороге, нормально? За деньгами сюда. А как бы мне карту-то посмотреть? Ну, за деньгами сюда пойдем сюда. Да здравствует коммерция. Восемь, десять, 22. Ну, короче, до свидания. Денег мало. Восточная Батопия. Не очень благоприятная область. Но осмотреться все же надо. Как ты понимаешь, для великой запредельности. Ну, пойдем подеремся. Амибот каждый раз получает вот такую рандомную обилочку. Хорошо. Ты у нас кто? Будильник. Ну, на. Как обычно, будильника мы сейчас примем. На один удар нас хватит. Я постоянно забываю об этом. Давай энергобота. Но я сейчас больше ничего не могу сделать. Чувак по мне сейчас выстрелит. Фига себе, у тебя будильников. Подожди, дружище. Снайпер-бот вонючка. Кстати. Но он выиграл. Нет, не выиграл еще, подожди. А, точно. Я постоянно забываю об этом. Ну, кстати, на. Держи. Так, немножечко отмотали, хорошо. Давай, поехали. Он мне сейчас снайпербота может грохнуть. Не может, а грохнет, кстати. На тебе бронебота. Неплохо, неплохо. Так, 4 денежки. Вообще красиво. Я что-то, какая-то звездочка у меня. Хочешь знать, что я захочу, да? А у тебя, значит, уже несколько побед, поэтому за твою голову объявлена награда. На тебя будут охотиться головорезы. Но они прекратят охоту, когда ты умрешь. Офигенно. Так, ты кто такой вообще? Принтер резервуаров. Когда карта с этим всем получает урон, вам вручается карта из колоды пустых резервуаров. Шахтер. Шахтер, кстати, тема. Давайте его возьму. Деньги. Пойдем еще раз поделимся, если получится. Да, сломанный бот, если он взрывается. Он, кстати, на этот... Давай эту штуку сюда поставим. Вот, кстати, и шахтер.
Ты кто вообще? Меня зовут Раст фон Раст. И я сорву с тебя скальп. Ничего личного. Хрена себе ты здоровый мужик. Энергобот. Я бы снайпербота на самом деле поставил бы. Вот сюда. I mean, мяу. Так, этот меня прикрыл на один ход. Хорошо. Энергобот дает одну. Так, давай я возьму. На 4. Мне его убивать надо. Я еще сорву с тебя скальп. Раз он раз не сдается без боя. Блин, он... Ай, больно вообще-то. Дай сюда карту. Да, мне не хватает на двойного пулеметчика. Давай тогда... Но энергобот сейчас... Ну, все равно придется его поставить. Так, у этого 5. Карту. Давай на пулеметчик. Дружище, у тебя поменялась, конечно, хпшка эта, но... Фига себе, тут закручено все. А зачем я тут кругами хожу? Подожди, а наверх? Наверху я был, там деньги были. А, попрыгунчик. Не, я возьму, наверное, бронебота. Хорошая вещь. Давайте еще один файт. Намасте. Так, летучий. Ты кто у нас там, будильник? С 3 урона. Но нам пока что считаемся. А почему он наэлектризованный? Почему он наэлектризованный, блин? Так, будильник... так, карту. Почему она не берется автоматически? карта! Бронебот. Там этот сменщик появился. Карта. Еще один бронебот. Чувак подставился. О, еще одна контрольная точка. Предмет перезаряженный на 100. Генератор ботов отключены на 100. Гадство! Заряды всяк. Я разрешу тебе ставить и найти новую батарейку. Типа, чтобы я встал. Тебе разрешено заходить только в инспекционную. Вытащи батарею из инспектометра и принеси ее сюда. Чё, блин? Чё?
Что это за фигня? Дьявол какой-то с одним этим, одним этим. Ох, мне это достало. Из-за глюков сюда надо залетать старье других переписчиков. Не обращай на это внимания. А я не помню. Подождите, что за луна? Сейчас, ребят, погодите минутку. На самом деле, я хотел пойти поискать, но мне, честно говоря, немножечко лень. Может быть, если мы на следующей серии ожидания печати. И если мы до следующей серии еще будем здесь, то я, возможно, ах ты ж, блин, в перерыве гляну. Так, пульт миссис Бомбы? Да, конечно, бери. Он бросает бомбы на пустые ячейки. Тактическая очистка. Не дурачься с ним. Мощный прыжок. Карта с этим символом блокирует... А, это энциклопедия. Стой, а я не могу полистать? Подожди, тут вообще с магическими моксами связано. Это не получится, да? Это три. Три. Оно никак не влияет? Четыре, подожди. Два. Вообще один. Тоже один, да, потому что оно передает здесь. Теперь оно передает в эту сторону. А так почему-то три. Так тоже три. А так четыре. Забейте. Эта штука всегда для меня была рандомом. Ничего страшного, просто реши парочку простейших головоломок. Поверни символ в правильном положении. Бери все квадраты, в которых есть карты. Это типа проверка на... А, я понял. Все квадраты, в которых есть карты. Да почему нет-то? А какие там... То есть... Я думал, внизу это не карта, это кусок головоломки, ладно.
Батарейку все. Стой. Какого фига? А, вот она, я неси ее сюда. Да-да-да. Сейчас. Рыбобот нашла меня. Хорошо. Робот-рыбка меня прятает за месть. В тот раз. Плохая рыбка. Ты ж даже не это. Ты ж приспешник, блин. Ты ж даже не главное действующее лицо. Твою-то за ногу. Как? Да, спасибо. Это должно хватить, продолжим играть. Восточная... А, я могу телепортироваться, типа центральная была топе. Нет, я не то... А, почему-то нельзя ходить на... Я вот в сторону не ходил. Какие тут карты предлагают... Давайте я возьму вот эту штуку, посмотрим, как она будет работать. 18. Уф, уж прости, дуй назад. Мост еще не достроен, иди обратно. Мне нужно время, иди одолей босса, я к тому моменту успею. Ясно, понятно, пойдем в ком... Шкурка. Сказать, пойдем в гамазин, и случайно не туда зашел. Да, хорош! Ну почему что? Ладно. Что-то неизвестное. 22. А что вот это интересно? Только 26. У меня нету... А, у меня 18. Я понял. Надо пойти еще подкопить. Так, ну пойдем в эту сторону. Отвратительное место. Жалко, что ты застал его в таком плачевном виде. Это последняя зона потопии, в которой сохранилась жизнь. Смердящая, бесформенная, полная дефектов масса. Так, так, так. Иголка. Блин, какая штука классная. Дай сюда. Спасибо. Туда файт. Пойдем пофайтимся. Почему бы нет? Лес. Рыбот. Еще дорожок. Когда карта с этим всем погибает, вы получаете случайную карту. Отлично. Давай я пока... Что у тебя там? Сюда? Давай сюда. Оно ж вырастет потом, блин. Оно меня бить начнет. Но еще один ход у меня есть для того, чтобы он мне там... А, мне еще и гончая сейчас... Блин, я гончую-то не учел. Бронебот. Один, три. Мне проще его сюда поставить. Я наживка? Ты, чувак, да, как бы тебе немножко не повезло. Двойной пулеметчик. Он мне сейчас вообще никак. Я могу поставить шах... А, он не попадет. Шахтера сюда и бронебота сюда. Вообще печально.
Я пока трындец как проигрываю. А я проиграл, да? Не, я пока еще живу, хорошо. Так, ты сюда, ты сдохнешь, к сожалению. Будильник тоже сдохнет, к сожалению, но... Почти все продумал. Блин, деньги! Вы чё? Бун, ты поделал свои деньги, молодчина. Хочешь их вернуть? Тогда вернись в эту точку умри, и не умри по дороге. На контрольной точке. Да-да-да-да-да. Блин, как за своими душами ходить? По крайней мере, деньги в полном объеме возвращают. Это сложный файт. Вот эти деревья и вообще... Да, недостаточно энергии. Шахтер на двойку, там гончая. Шахтер 1-1, кстати, да? Да. Мне нечем пока больше защищаться. Иголка хорош, чувак, но мне в него пока поставить не на что. А он мне продолжает колупать по два захода. Моя проблема в том, что я, наверное, не ставлю этих. Сюда резервуар, а сюда иголку. Хорошо. Да, карту. Будильник. Я получу один урон и сдохну. Мне проще сейчас вот этого, наверное. Немножечко отыграть себе положение. Yes! Yes, что? Хорош. А, есть хорошая рыбка, плохая рыбка. Да, взял карту, хорошо. Снайпер-бот. Хорошая идея, кстати. Пока что мне она таковой кажется.
Хорошая... Так, карту. Хорошая рыбка. Энергобот. Плюс 3 монетки даже, отлично. Повезло. Но один раз мы уже сдохли. Просто деньги валялись, хорошо. Так, а ты кто? Карт получит альтер-эго в виде зверя. И карту соответствующего зверя ты можешь выбрать сама. А тут нет ничего сложного. Альтер-эго. Давай мы тебя попробуем. Осталось настроить. Какой зверь будет жить в твоем боте? Давайте гадюку возьмем. Чтобы чувак с первого раза всех убивал. Но это, по-моему, будет неплохо, если получится. Типа ему нужен будет один ход, чтобы эволюционировать. Это очень большие условности. Давайте еще раз подеремся. Гриз эволюционирует. Но пока не нанесет урона, а потом, когда нанесет урон, он будет бить по пустому резервуару, так что, в принципе. Один раз ударит и опять превратится в ноль, да? Вы правы. Мне нужен снайпер-бот, которого я поставлю сюда. И, ну, короче, снайпер-бот пока что читерство. Взять энергобота, поставить сюда. И вот этого чувака поставить сюда. Теперь взорвать медведя нахрен. У нас полная энергия. Я могу поставить двойного пулеметчика и не жалеть об этом. Да. 26, сколько там? 28, по-моему, надо было. Местный житель был ужасно небрежным. И я не про его чистоплотницу, про то, как он играл. Вечно лажал. Его больше заботили тематические фичи и сюжет. Но ты понимаешь, что в карточных играх важна только стратегия. Ну, видимо, да. Ребят, давайте тогда на этом закончим. Посмотрим там, что будет дальше. Пока что... Не, оно интересно, прикольно. Просто, наверное, мне больше всего пока нравилась первая фаза игры. Но здесь опять же что-то есть. Давайте пока заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.